Жители Токио отпраздновали открытие Олимпийских игр, сидя дома у телевизора. В столице ввели режим чрезвычайной ситуации из-за опасений новой вспышки коронавируса. Но главное, что почти на все спортивные мероприятия запретили пускать зрителей, как местных, так и иностранных. Сложное время, но когда я думаю, что чувствуют атлеты, которые готовились к соревнованиям, я действительно хочу, чтобы игры проходили даже без зрителей. Если смотреть позитивно, думаю, мы войдем в историю. Возможно, в будущем больше не будет Олимпиад без зрителей. Отлично, что эти прекрасные игры всем запомнятся. Между тем, владельцы ресторанов в Токио разочарованы. Согласно распоряжению, они должны закрываться рано, а также не могут предлагать клиентам алкогольные напитки. Взамен им пообещали субсидии, однако надежды были совсем иными. Я очень ждал Олимпиады, но теперь нам нельзя продавать алкогольные напитки, и мы должны закрываться в 8 вечера. Так что это большое разочарование. Я не могу заработать. Честно говоря, игры вообще не принесли никакой пользы моему бизнесу. Лично мне очень грустно. Я думал, что во время Олимпиады в ресторанах будет многолюдно. На этой улице помнят Олимпиаду 1964 года. Люди рассказывают, что тогда было совсем не так, как сейчас. Поэтому мне грустно. Олимпиада проходит в Токио с 23 июля по 8 августа.